друзья. Мои хорошие, ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Дело в том, что у нас очень сильно упала помощь, и мы просто захлебываемся и не знаем, что делать. Скажите, пожалуйста, что с нашим каналом может быть не так? Только прежде чем ответите, я прошу вас хорошенько подумать. Желательно на пару минут поставить себя на наше место и представить, как бы вы поступили в нашем случае. Если вы могли бы что-то сделать лучше, ребят, я очень прошу, дайте совет. Но только обдуманный, реальный. Не мечтать, а то, что можно воплотить именно сегодня. Подскажите, пожалуйста, как выйти из того тяжелого положения, в каком находится приют? Как выползти из этих долгов и оплатить клиники? И корм покупать не в долг, как у нас сейчас получается, что мы корм доели, а еще 2 дня оплачиваем его, а потом просим опять в долг. Я прошу вас, люди, очень-очень прошу. Помогите, обдумайте, посоветуйте. Потому что подписчиков много, вы сами это видите. А канал замирает. Хотя в самом приюте жизнь просто бурлит. Я прошу вас, помогите нам выжить. Кто чем может. Давайте поговорим на эту тему. Давайте пообщаемся. Я обращаюсь ко всем, кто заглянет к нам на страницу, потому что просмотров много, а помощи нет. Ребята, мы пытаемся спасать тех, кто не может сам за себя постоять, за тех, кто не может выжить, за малышей, подобранных по обочинам, за подброшенных в кровавленных коробках. У них такие же чувства, такие же ощущения, как у нас с вами. Им так же больно и так же страшно. Мы просто спасаем. И этот канал, он для тех, кто не очерствел душой, кто искренне хочет помочь. И я прошу вас, поговорите с нами. Поговорите, пожалуйста. И давайте вместе решим, как нам выжить сейчас в это, ну, очень тяжелое время. Добра вам, люди. Добра и благополучия в каждый ваш дом, в каждую семью. Крепкого здоровья вам, вашим родным и близким. От всей лохматой души. Thank you.
Валентина Анатольевна, это был не пролапс слизной железы, это был сломан хрящик 3 века. Пришлось его удалить, мы подшили все. Но, собственно, нужно будет очень часто достаточно капать антибиотики. Антибиотики это будут флаксал и тобрекс. Чередовать через каждые 5 минут, грубо говоря, закапывать не меньше 4 раз в день, а лучше все 6 раз в день, каждые 2 часа.